Сегодня 2 апреля 2016 года, поселок Потеряевка. Давайте посмотрим, насколько наполнились наши пруды водой. Этот храмовый пруд. Всю зиму здесь братья пилили деревья вокруг пруда. И теперь кругом лежат дрова, которые нужно будет вывести. Вот храм рядом. Сейчас посмотрим. Слышно, как вода шумит. Каким потоком идет вода. Дрова. На той стороне плотинку. Не откапывают, а что-то там делают братья. Ну, сейчас попробую туда дойти. Вот эта дорога, камень наша из щебенки. Сейчас подойдем к трубе. Это вода входит в трубу. Труба полностью покрыта водой. Она где-то метровая глубина. Поток воды отсюда бежит, вода с полей, из околков. И вот в трубу переходим через дорогу и смотрим, что она тут вытекает. Вот вытекает сильно очень. Сейчас сходим на ту сторону. На ту сторону пруда и посмотрим, как там бежит. Видно кругом лес наваленный, дрова. Вот храм, склад. Со стороны склада еще снег лежит. Ну, вот сейчас на ту сторону попробую добраться, где что-то делают братья. Слышно, как бензопила пилит. Это я пришла на плотинку, которую в прошлом году делал ли Игнатий Тихонович с ребятами, бульдозерист. Сейчас посмотрим, как там слив. Вода шумит. Пруд. Сильно бежит, очень сильно вода. Сейчас посмотрим, как. Братишка с ребятами. Вот какой поток воды. Вот как она бежит. Так. А что было-то хоть? Вот здесь вот был затор. Деревья росли. Деревья спиливали пилой. Все вот так вот бурлит.
А, из-за деревьев затор был. А сейчас пошло. Вот сейчас пробили, ветки раскидывали в разные стороны. О, какая горная река в Потеряевке. Прям как в горах. Бурлит, бурлит. Надо теперь сходить на лагерь, ну, посмотреть, как теперь там. Потому что здесь надо дежурить постоянно. Сегодня ночью будет. Ветки могут опять же приплыть, да, из-за того. Плотина из веток делается, и все, оно почти до верха набралось воды. Ого! Ничего себе! А веток еще в пруду много, они все пойдут сюда. Веток много, да. Это деревья пилили. Мелкие же мы не убирали. Мелкие ветки, да, и они делают затор. Надо оставить его здесь. Да копила-то чем помогла? Потому что придется похоже перейти. Сейчас водой поразмывает, и на те клинки надо будет попробовать. Так, это лагерный пруд. Здесь еще так вода не идет, как на храмовом. Еще стоит лед. Но, сейчас покажу плотинку. Вот лоток для снега. Да я тут-то, тут-то. Там Иосиф. Батюшка идет. Иосиф! Ну вот вода скоро тоже большим потоком будет это и тут идти. Слышно, шумит. Сейчас посмотрим, где лагерные раздевалки. Вот здесь уже вода поднялась, пойдет. Если только пойдет по этому, то хорошо. Батюшка. Плотинка глиняная. А где был затор? Вот здесь вот был прорыв. Вот в этом месте был прорыв. Видишь, вон там брат. Вот. Ну-ка, смотрим. И тут вода шла, вот, да? Вот тут вода шла. Промыло в середине плотины. Где-то вода пробила, но вот заделали кое-как ребята здесь. Забили там чем. Прокопали яму, что ли? Хотели, как они? Они там, наверное, да. Яму где-то забили, вот это где она была, вот здесь, наверное. Там мешками чем забили, глины. А тут деревья спилили? Ну да. Чтоб не мешалось. Спилили деревья, да. Ну, думали оттуда подобрать, а оттуда тоже никак это не подобрать. Поэтому они здесь решили, видишь, раскопали. А у нас основной это лег вот где еще где. Сейчас представь, что там в лагах, на море там сейчас все идет. Да. Все, ты не снесешься. Ну вот так вот.
Ну пока еще лед, да, это вот вода, наверное, которая оттуда, с этого, с храмового пруда. Оттуда и откуда идет. Соколка там уже пошла. Что там? Ну пойдем, мы сейчас, наверное, здесь пройдем туда. Пойдем туда, там, посмотрим, что там идет. Здесь, они чистят тут, она не страшно, она не заедет. Это мы подошли к матушкиному пруду. Из него тоже вода идет. Да, он. Ты куда пошел? Куда? Надо посмотреть на Симаковском, там нормально нет. Сейчас мы этот очистили, там забилось, мы сейчас очищали. Посмотрим, где там, как он. Матушкин пруд полный. Через дорогу. И вся вода уходит в лагерный пруд.